Друзья, мы снова рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Рано утром эта новость появилась на одном из самых крупных российских телеграм-каналов. Многие до сих пор не верят в эту трагедию. Мы хотим с вами поделиться тем, что нам сообщили сегодня утром. Речь пойдет о нашей любимой российской актрисе Любови Толкалиной. Любовь Толкалина – самая лучшая из всех, кого мы знаем, российских актрис. Сегодня рано утром с ней случилось большое горе. Сейчас Любовь Толкалина находится в больнице, куда она обратилась за медицинской помощью буквально полчаса назад. Утром, когда она собиралась на съемки, в собственной квартире ей стало плохо, и она потеряла сознание. Хорошо, что в этот момент рядом находился ее супруг, который оказал ей медицинскую помощь и вызвал скорую. К сожалению, ее съемки пришлось отменить, а Любовь Толкалина оказалась в больнице. Мы пытались поговорить с супругом, чтобы взять у нее небольшое интервью, но он отказался с нами разговаривать. Давайте, друзья, поддержим Любовь Толкалину, будем надеяться, что с ее здоровьем все будет хорошо. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал и, пожалуйста, проследите за нашими новостями, ведь у нас каждое утро выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса.